Сейчас все больше и больше людей мечтает попасть в большое IT. Они делают для этого все, что только возможно. Проходят курсы, ищут себе менторов, какие-то лайфхаки, подписываются на блогеров и многое другое. Но все равно им будет очень тяжело, потому что новичков в Big IT не любят. И я сейчас объясню, почему. Так происходит, потому что новичок, он не просто не может выполнить какую-то функциональность, закрыть даже простую фичу, потому что для этого нужно понимать не только какую-то узкую область, а нужно разбираться во всей системе и во всех аспектах, которые касаются системы, во всех dependencies и тому подобное. И, конечно же, его приходится очень долго обучать и менторить. И на это у сеньора уходит крайне много времени, из-за этого сам сеньор работает наполовину от возможностей. И вот после года, самое главное, после года того, как вот обучают новичка, и вот этот год там сеньор работает на пол своей функциональности, так вот через этот год новичок, который был хорошим, отзывчивым, там вообще супер soft skills, вдруг говорит: я все выучил, и все, идите вы куда-нибудь, это самое, я пойду искать другое место. И все. И так делают абсолютно все новички, потому что они вот сначала пытаются получить опыт, а потом они поступают вот таким образом, и тут же абсолютно все софт-скиллы меняются, и тут же они начинают искать какие-то конкурентные предложения, и они уже становятся там, предположим, мидлами, и они уже востребованы на рынке. И получается, что компания просто так платила непонятно зачем и при этом отвлекала всех своих сотрудников. А для этого некоторые компании, вот реальная история, некоторые компании в США заключают такой договор, что первые зарплаты частично у новичка остаются в компании, и их ему отдадут только через 3 года работы. То есть он не может уйти через полгода, через год, иначе он не сможет забрать, там сумма накапливается, 20 тысяч долларов, достаточно существенная, а вот через 3 года он ее получит, эту сумму. Но компания будет уверена, что он, не только она понесет расходы и убытки за обучение новичка, но и то, что этот сотрудник в итоге вернет какой-то value, принесет компании.